Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И у нас сегодня праздник. Ровно 16 лет назад, 20 января, была создана лаборатория психофизиологического обеспечения. Сегодня у нас праздник. Нам исполняется 16 лет. 16 лет было отдано работе на Неве психологии, психофизиологии, сначала медицинской, потом промышленной психофизиологии, потом вновь медицинской психологии и психофизиологии. 16 лет мы работаем для того, чтобы приносить пользу людям, приносить им помощь, давать опору, возможно, в жизни, давать вам, уважаемые пользователи нашего сайта, нашего канала, какую-то помощь, поддержку, что-то рассказывать, что-то показывать. И мы льстим себе надеждой, что мы работаем для вас и делаем это не зря. 16 лет отдано жизни на то, чтобы все это работало. Благодарю вас за внимание и удачи вам!